В последнее время я чувствую себя одинокой. У всех вокруг есть дети, а у меня даже возлюбленного нет. Уже 5 лет. Женщина помещает свои яйцеклетки в лед. Это противоречивая процедура, предназначена для женщин, которые хотят иметь детей, но переживают, что их биологические часы могут остановиться до того, как они забеременеют. Меня заинтересовала информация о расширении возможностей оплодотворения. Пока что это неопределенная вещь. Один говорит, что это очень хорошее, и тут же другой говорит, что все это чушь. Так что мне стало интересно, что здесь правда, а что нет. Thank you.